Физическое воспитание – неотъемлемая часть школьного образования, и важно, чтобы занятия проходили в комфортных и безопасных условиях. Еще в одной школе города у детей такие условия появились. Физическому воспитанию в казачьей школе номер 16 уделяется особое внимание, ведь сюда идут дети, многие из которых хотят связать свою дальнейшую жизнь с защитой Родины. И хорошая физическая форма им очень важна. Чтобы быть здоровым, сильным и всегда вооруженным, чтобы, если что-то случится, всегда можно было защитить. До этого года занятия спортом у юных казачат проходили на стадионе, далеком от современных стандартов. Но в сентябре этого года в школе было начато строительство нового современного комплекса спортивных площадок. Буквально за несколько месяцев здесь появилась удобная многофункциональная спортивная игровая площадка. Построена она в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта». Стоимость площадки составляет более 5 миллионов рублей. И хотя занятия физкультурой во второй четверти предполагают проведение уроков в помещении, детвора уже облюбовала новые тренажеры во внеурочное время. Я очень рада, потому что у нас не было раньше такой площадки, и теперь построили, мы можем играть на тренажерах, заниматься. Комплекс включает в себя площадку с искусственным покрытием для игровых видов спорта, зону уличных тренажеров и снарядов для занятия воркаутом. Теперь, с наступлением теплого времени года, занятия физкультурой в 16-й школе станут не только полезными, но и комфортными. Мария Климова, Игорь Иванчуков, Константин Мастеренко. Программа «События».